Просьба оставаться на своих местах до полного окончания эфира. Итак, Земля! В сегодняшнем выпуске вы узнаете, что есть на нашей планете, сколько лет назад она образовалась, какая роль у Луны и, конечно, вопрос в конце выпуска. Земля – третья планета от Солнца. Название планеты – образовалась от древнего названия «Зем», что переводится как «почва» или «земля». Это единственная планета, не названная в честь римских богов. По величине Земля больше Меркурия и Венеры, о которых я рассказывала в прошлых выпусках. Как же так, скажете вы? В прошлом выпуске я говорила, что Венера – сестра Земли по размерам. Так и есть, но Земля чуть-чуть больше. Земля образовалась 4,5 миллиарда лет назад. После этого обрела свой естественный спутник Луну. Возникает вопрос, а какая роль у Луны? Точного ответа нет, но некоторые ученые считают, что Луна влияет на приливы и отливы, силу ветра и другие факторы. Это единственное место в галактике, на которой есть жизнь. Если Землю поделить на 4 части, то 3 из них занимает вода и только одну – суша. На Земле есть моря и океаны, континенты и острова, природа и животный мир. Погода на Земле самая разная. Это снег, дождь, жара, ветер. Самая низкая температура около минус 80, а самая теплая плюс 56. Вот на планете длится 365 дней. Сутки всего лишь 24 часа. Почему всего лишь? Попробуйте вспомнить. Суток на Венере и Меркурии. Кто еще не знает, ссылки на прошлые выпуски в описании. Пришло время задать вам вопрос. В начале выпуска сказал, что это единственная планета, не названная в честь римских богов. Какие еще 3 названия имеет наша планета? Думаем, нажимаем пальчик вверх, подписываемся и делаем репост в сети. Вы готовы? Другие названия нашей планеты. Мир, голубая планета и Терра. На сегодня все. До скорой встречи. Пока-пока.